Совершенно секретно. Характеристика на члена ТО «Примус» с 2012 года «Кармановскую Марину». Не гитарика, но пытается иногда ее быть, истинная духовичка, флейтистка, так называемый свободный художник, в «Примусе» появляется периодически по настоятельной просьбе отца. Профессиональный звукорежиссер, музыкальный редактор на телевизионном канале «Культура». Сильно помогает режиссеру в подготовительной работе над спектаклями. Поток фоновых музыкальных тем, их техническая обработка, изготовление афиш и прочему художественному оформлению спектакля. Характер не нордический, но харизматический. Однажды очень убедительно и натурально выступила в роли руководителя мафиозной корпорации. Невольно возникла мысль, откуда такое знание предмета. В том же спектакле изображала гостью из будущего. Известна под кличками Алиса, она же Лиса Алиса, она же Алиса Селезнева, она же Красный Галстук. Отмечена наградами многих конкурсов и фестивалей, не только авторской песни. У нас в «Примусе» постоянно присутствует смещение жанров. Сегодня Марина исполняет аргентинское танго Астора Пьяццолы из оперы «Мария де Буэнос-Айрес». Поприветствуем! Yeah.